У меня к тебе пару вопросов. Первый вопрос. Ты мальчишка или мужчина? Мужчина. Мужчина. Ты всегда должен, мужчина должен отвечать за слова, за свои действия, за свои поступки. Это раз. Во-вторых, когда я дерусь, моя армянская диаспора собирается, половина стадиона, болеют от души. Когда выигрываем, радуются, когда проигрываем, расстраиваются, уходят и без какого-либо конфликта. Никого не задевают, ничего не происходит. Я не могу понять, что тебя так задело, что ты там написал опять... Армянская диаспора? Да. Зачем ты нацию трогаешь? Ты написал армянская диаспора, как всегда. Что ты имел в виду, чтобы люди имели понимание? Не было сказано за всю нацию. Все, что было сказано в этой истории, было сказано в отношении того промоушена, который я описал. Эдуард Вартанян, армянин, правильно? Да. Глава именно этого промоушена кто? Армянин. Армен Гулян. Они друзья, братья. Все, что касается того промоушена, было адресовано именно туда.